кротостью вели. Про земле здесь скорбной проходи, как спасти и вывести с трясины. Знает он один мой властелин, как спасти и вывести с трясины. Знает он один мой властелин. Если вдруг случилось, что овечка волчий стан случайно забредет и увидел там свою погибель, жалобно на помощь позовет. Жалобна на помощь позовет. Иисус, как пастырь за овечкой, с волками бросается в борьбу. И у них овечку отбивает, на руках несет ее к отцу. И у них овечку отбивает, на руках несет ее к отцу. Но отец, отец научит и подскажет, как от ран овечку исцелить. Ведь наш Бог все раны исцеляет. Будем мы Его благодарить. Ведь наш Бог все раны исцеляет. Будем мы Его благодарить.